В день своего 38-летия Ольга и Татьяна Арнтгольц сообщили подписчикам, что у каждой из них в этом году произошло радостное событие – рождение ребенка. Как оказалось, сестры родили сыновей с разницей в 20 дней. Снимки с бирками из роддома звезды опубликовали в Инстаграм. Ольга Арнтгольц стала мамой в третий раз. 31 января она подарила супругу сына Льва. А второй ребенок Татьяны появился на свет 18 февраля. Актриса и ее муж Марк Богатырев назвали мальчика Даниилом. Самые дорогие браслеты на земле. Самые дорогие подарки. «С днем рождения нас», написала Татьяна в социальной сети. Ольга также поделилась снимком в социальной сети. «Тети-двойняшки плюс дяди-синхронисты равно ляльки», отметила актриса. Арнтгольц младшая замужем за режиссером. У пары уже есть общий ребенок, сын Аким. Теперь у него появился родной братик. Также от первого брака с Вахтангом Беридзе у Ольги растет дочь Анна. Обе сестры в прошлом пережили разводы. У Тани не сложился брак с коллегой Иваном Житковым. Пара разошлась в 2013 году. Звезда недолго была одна и вскоре встретила свое счастье в лице актера Марка Богатырева. Пара предпочла не афишировать свои отношения. В прошлом году, судя по всему, артисты поженились, а в этом стали родителями. Причем для Марка новорожденный Данила стал первенцем. Ольга развелась с супругом Вахтангом Беридзе в 2015-м. Во время работы над проектом «Офицерские жены» актриса влюбилась в режиссера Дмитрия Петруня. Их отношения развивались стремительно, и в 2016-м у пары родился Аким. Муж актрисы также поладил с Аней, ее 6-летней дочкой от Беридзе.